Всем огромный-огромный привет! Я сейчас в лесу. В лесу вот так красиво. И я вас приглашаю прогуляться вместе со мной по весеннему лесу, послушать, как поют птички, и просто немножко отдохнуть. В лесу сейчас вот так вот красиво. Снега уже почти в лесу нет. Такая красота. Снега уже в лесу почти нет. Здесь, видите, уже вообще снега нет. А вот здесь, видите, еще есть лед. И вот здесь очень так довольно скользко. Вот видите, вот здесь еще немножко снега. А вот здесь на дорожке, смотрите, еще лежит снег. Вернее, даже не снег, лед. Здесь нужно идти очень осторожно, чтобы не упасть. Ой, как приятно скрипит под ногами снег. А вот смотрите, маленькая елочка в снегу. Смотрите, с какой скоростью течет вода. Это вот на дороге тает снег. А звук такой, как будто на море. Вот здесь, около дороги, еще смотрите, видите, вот так много снега. Я сейчас на даче. Пришла посмотреть, как здесь дела. А вот мой любимый пенечек. Я люблю на него присесть, отдохнуть. Смотрите, какие-то интересные следы. Вот не знаю, как будет видно или нет. Дырочки. И вот здесь вот, смотрите, как какие-то следы. Не знаю, какая камера передаст. Но смотрите, что-то такое очень интересное. Вот дырочки и следы. И смотрите, куда ведет. Ведет вот сюда, вот сюда. Или кто-то полз, или кто-то перебегал. В общем, вот такие какие-то интересные следы. Вот, может быть, эти следы будут отсюда лучше видно. Ну, я таких следов никогда не видела. Смотрите, как интересно. Видите, какие-то такие следы. Вот здесь, смотрите, видите, дырочки, дырочки и вот такие следы. И они, видите, такие довольно глубокие вмятины, как будто кто-то как-то полз, что ли. В общем, что-то непонятное. Вот такая дорожка уже без снега. Сейчас я буду подметать дорожку, чтобы было чистенько. Так, что у нас здесь? Здесь куст со смородиной. Еще мы кусты у нас подвязаны, видите? Мы кусты на зиму со смородиной обвязываем веревочкой. Ну что, давайте походим по травке вместе. Топ, 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 топ. На мне сейчас одеты вот такие вот ботиночки. Я в них сейчас хожу на даче. Ой, они такие удобные. В них прямо как в тапочках. Красота. Так удобно. Смотрите, на грядке уже начинает сходить лук. Вот здесь у нас посажена петрушка.
Видите, она уже появляется. Такая маленькая петрушка. Ой, как сегодня красиво поют птички. Красота. А я под своей любимой яблонькой. Вообще, сегодня такой денек хороший. Стою я под своей любимой яблонькой, отдыхаю. Вот такое вот сегодня небо. Вот не знаю, будет вам видно или нет. Смотрите, птичка. Ну что, давайте-ка пройдемся по лесу, погуляем немножко. Мне часто задают вопрос: водятся ли в лесу звери у нас? Вы знаете, не знаю, может быть и водятся, но я, к счастью, с ними не встречалась в лесу. И как-то мне с ними встречаться в лесу не хочется. Так, может, и водятся. Такая вот у нас красота сейчас в лесу. Воздух вообще обалденный, так вкусно пахнет, пахнет уже весной. Знаете, ведь уже тепло, а подснежников нет. Ни одного подснежника не нашла. Ну что, и что-то я уже от дорожки отошла довольно далеко. Буду уже выбираться на свою дорожку, чтобы не потеряться. А вот здесь дорожка, смотрите, полностью еще во льду.
Лед. Вот я эту дорожку обхожу по лесу. Вот здесь вот, смотрите, нет льда. Я вот здесь иду. А вот здесь, видите, еще такая ледяная дорожка. А вот, смотрите, дорога в лес. И такая-то еще зимняя снежная дорога. Здесь еще вот так много снега.